что, ребят, всем привет. Сегодня выбрался на очередную рыбалочку. Время уже 4 утра. На водоеме я нахожусь, наверное, ну где-то с начала 4-го. Приехал на Аку, приехал в район Ступино. Всем известный перекат. В принципе, последняя рыбалочка у меня проходит здесь. Что касается погоды, ребят, ну, в принципе, сутки почти шли дожди. Дожди были хорошие, с хорошим ветром. Водичка немножечко пришла, ну или такая довольно-таки мутноватая. Ветер дует южный, и получается, он дует с той стороны, то есть прямо в лицо. Вот. Ну, немножечко, конечно, некомфортно ловить, но что делать. Вот. Ну, где-то полчасика покидал, наверное. Ну, пока тишина. Небольшое волнение, так вроде где-то рыбка плескается, но пока ничего взять не удалось. Ну, подожду, понаблюдаю, что да как. В принципе, думаю, встретить рассвет. Я думаю, где-то еще, наверное, часочек, может быть, там чуть побольше. Ну, часов, наверное, 5, там начало что будет светать, ну и посмотрим, какая будет жизнь на водоеме. Конечно, немножечко некомфортно то, что ветер, и бросать неудобно. Но я думаю, такой мутничок. Ну, на самом деле, посмотрим. Я не знаю, может быть, слом погоды. В принципе, на улице сколько сейчас? Что-то там 15-16, обещают там что-то 19-20. Вот. Но то, что вот ветер и дожди прошли, наверное, как-то свою роль сыграет. Ну, посмотрим. Кидаем, посмотрим. Вот. Сегодня у меня комплект Фаворит Крит Рости 254 в тесте 721. Вот. Шимана. Стразик 4000. Намотал новый шнур. Это Sunline Infinitive 0,6 4-жильный. Намотал 200 метров. Ну и по приманочкам. Сейчас воблер гонял. Вот, с рассвета начну и пилькерочки, и пака погоняю, вот, всякие колебалочки. Ну, посмотрим. Сделал на отдельном отводном поводке, так скажем, козу. Попробую, может быть, на козу как-то себя проявит. В принципе, было здесь неделю назад. Поймал судачка по темному на рассвете. Ну, и было два жереха. Жерехи были такие хорошие, полтора и где-то около 2 килограмм. Но погодка, конечно, была намного лучше. Так что так, ребят, сейчас, наверное, еще посижу, понаблюдаю, перекушу, ну и будем продолжать. Ну что, братцы, погнали. Есть, ребят, есть. На самом-самом рассвете. Значит, у меня стоит вокер исход. Твою мать. Ребят, исход. Хорошая была рыбейка. Блин, а непонятно, на чем был удар-то. Эх, обидно. У меня стоит вокер, а выше стоит муха. Ну, вот сейчас был удар. Самый-самый рассвет. Эх, хорошая была рыбейка. Хорошая. Эх. Ну, дождался рассвета. Есть какой-то движ. Не сказать, что прям активный, но он есть. Эх, хорошая рыбка была. Ладно. Но уже поклевочка была, это хорошо. Ребят, ну вот рассвело. Вообще на водоеме гладь. Ветер, получается, всю ночь дул. На рассвете стих. Сейчас вот солнышко показалось. Но вообще рассвет мертвый. То есть вот только-только какая-то вот движуха началась на рассвете. У меня была поклевка. Жалко, хороший был жерех. Блин, отвалился. Я поставил вокер и выше поставил муху. Непонятно, на что взял. Ну вот. Ну и все, сход. Я стоял, кидал. И воблеры покидал. Потом как бы перешел на пилькеры, на блесна, покидал. Нифига, вообще тишина. То есть вообще гладь. Тут еще там пару рыбачков на лодочке, народ плавает. Ну, как-то стихло. Ну, теперь ждать.
Там где-то после 8, полдевятого, 9. Какой-то жерех подойдет. Но возьмешь его, не возьмешь, вот. Вот это уже другой вопрос. Хорошо, вот на самом рассвете он не такой пугливый, не такой осторожный. Есть, ну, как бы больше шансов его поймать. Так что так. Сейчас решил выйти на берег. Так, чуть перекусить. Вот. Ну и пойду. Пойду дальше испытывать судьбу. Надо все время кидать, приманки пробовать. То есть я не буду этого времени ждать, пока он там в следующий выйдет. Вот. Пойду и буду все-таки искать рыбку. Ладно, ребята. Сейчас я чуть передохну и пойдем ловить дальше. Блин, ребят, что сегодня за утрянка? Второй сход, представляете? Блин, а. Поставил такой вот пилькерочек. Блин, исход. Так, надо собраться. Да и вроде фрикцион-то затянут. Блин, ты смотри, а. Да. Слушайте, ну погодка-то вообще. Солнышко вылезло. На воде вообще тишина, хотя обещали ветер. Пока непонятно. Пока непонятно, что с погодой. Блин, ну как же так, а? Второй сход. Эх. Ну ладно, будем надеяться. На хороший результат. Но две поклевки было уже хорошо. Рыбку, правда, не подержал. Это плохо. Ну что делать? А рыбалка дело такое. Как говорится, самое главное участие, да? Да уж. Так, ребята, что касается уровня воды, да, на Оке. Водичка подупала. Еще, наверное, вот я был неделю назад. Вода еще упала. Ну, где-то по вертикали, может быть, сантиметров на... Ну, может быть, на 10. Может быть. Довольно-таки такая... Ну, не сказать, что прям прозрачная, но она все становится чище, чище и чище. Так, ну что, давай там. Рыбка моя, где ты там? Сейчас попробую вот так, ступенькой. Бывает, такая тема работает. Ребята, и обещанный ветерочек. Ну, это хорошо. Хорошо, когда есть рябь небольшая. Но если вот так вот будет, будет комфортно. Хоть он и в лицо. Конечно, кидать неудобно, но... Когда рябь хорошо. Для жереха хорошо. Не так пуглив. Ну, и может спокойно подойти к перекату. Ну, посмотрим. Я не думаю, что будет сильнее. Хотя обещали сильнее. Вернее, не хотелось бы, чтобы был сильнее ветер. Но посмотрим. Так, я еще покидал разные приманочки, цикады попробовал, тел-спиннеры. Нифига тишина. Ну, хотя на перекате нет-нет, он появляется. Видно, всплески гоняет. Так, вот сейчас вот там вот был всплеск. Сейчас попробуем. А, что-то я далеко кинул, перекинул. Ну, сейчас посмотрим. Хотел. Есть, ребят, есть. Кто-то есть. Ага. Есть. Вот он ты, мой хороший. Ну вот, ребят, взял же решетчик. Я кинул. Поперек, ну и такую проводочку, так, лайтовый, можно сказать, делал, с небольшим твичем. Ну вот он, ну вот, ребят, первая рыбка. Ты смотри, какой борзый, а, ты смотри, ты мой хороший,
Спасибо тебе большое. Иди сюда. Иди, я отпущу я тебя, конечно. Вот он, красавчик. Опа, иди сюда, иди. Опа. Ну вот он, ребятки. Ну вот он, первый же решок. Ай, класс. Класс, ребят. Сейчас мы его отцепим. Ну, взял вот на пака. Вот на такую кислотную. Так. Ох. Ну что, попозируешь нам немножечко, а? В лучах солнца-то. Вот такой вот, ребят, красавец. Ну, небольшой, но, блин, ну такой долгожданный. Спасибо, дружочек, спасибо. Давай, беги, родной, по своим делам, беги. Ага, пошел. Слушайте, вода так похолодала. Нормально причем. Так, ну и... Ну вот, взял вот на такую вот пака. Вот такую вот пака взял. 10,5 грамм. И, в принципе, я кинул туда же, где у меня вот перед этим была поклевка. То есть вот где-то вот он в районе самого переката, он там трется, он там стоит. Просто сейчас вот он не берет. На поверхности его не видать. Но он там есть. Ну, отлично, ребят, отлично. От нуля ушел. Это хорошо. Что, ребят, нифига, блин. Особо жереха и не видно. Приманки меняю. Пытаюсь по цвету угадать, но его даже и не видать. Нет нифига на перекате. Так, кое-какие всплески, нет-нет, они есть, но это все не то. Видать, слом погоды все-таки дал о себе знать. Время там уже что-то 9:30, уже, наверное, 10. Но пока здесь, ребят, еще пару часиков побуду по-любому. Ветер есть, ну, не могу сказать, что прям он так он сильно напрягает, но все равно есть. Иногда бывает, бросаешь, петлю выдувает, но он такой больше в лицо дует. Ребят тоже с утра там были на перекате. Ну, нифига, одного судачка они только по-темному поймали, и все. На лодках так народ мотается. Лодок нормально. Поставил, ребят, тел-спиннер. Не пойму, то ли кого-то забагрил. Непонятно пока. Кого-то забагривали, он промахнулся. Хоть хрена, такой окунь, вообще капец. Ребят, такой вот окунек. Какая-то рыба. Может, промахнулся, не знаю. Вот такой вот окуняра, блин. Вот такой вот тел-спиннер. Поначалу прям бом так. Нифига, что-то такое, не понял. Такое сопротивление. А он боком идет. Ну хоть какая-то рыба, хоть какая-то жизнь есть.
пойду, ребят, на берег отдохну немножечко. Время почти 10:30. Ну, есть у меня еще, наверное, 1.5 часика. Ну, часов до 12, наверное, побуду. Если честно, уже так накидался, конечно. Уже и спина болит, и так уже. Ну и подустал. О! Да. Что-то как-то печально. Ну, видите, какая водичка. В принципе, для Оки нормально чистая вода. Если бы дожди не прошли, она была бы еще чище. Вон сколько камыша с той стороны прибило. Как раз ветер эти 2 дня в эту сторону дует. О! Фу, ну сейчас посижу, отдохну. Ой. Класс, класс. Ладно, еще поупираемся, подождем. Есть, ребят, есть, есть, есть. Я посидел чуть-чуть, смотрю, вроде как пару всплесков было. Думаю, надо идти. Ну, небольшой жерешок, но это жерешок, ребят. С таким хорошим ударчиком. Ага. Ай, хулиган, небольшой. Вот он. Ну, примерно такой же. Примерно такой же, как утром был. А, ты мой хороший. Ну, ребят, второй хвост. Иди, иди сюда, иди, братан, иди, отпущу я тебя. Опа! Ребятки. Все-таки вот. Упорство, да, оно дает свой результат, дает. Ты мой хороший. Вот сегодня какой-то жерех небольшой, мелкий какой-то весь. Он, блин, как засадил, а, себе он. Сейчас мы аккуратно вытащим, не повредив его. О. Ну, ребят, сработал все тот же цвет. Вот этот вот, который утром сработал. Пака 10.5 грамм. Ну вот такой красавец, ребятки. Вот такой красавец. Ну давай, мой хороший. Спасибо тебе большое. Спасибо. Давай, пошел. Блин, ребят, класс. Я прям выдохнул. 2 рыбки в зачете. Блин, здорово вообще. Фу. Ну, уже можно сказать, не зря съездил. 4 поклевки жереха, 2 взял. Нормально. В принципе, для такой погоды, для такой рыбалки пойдет. А это вот кинул я вот туда, вот левее. То есть здесь получается струя основная уходит туда, а здесь вот такая вот заводь. Ну и вот он и взял. Блин, здорово. Ну, еще есть часочек. Еще часочек есть, так что поупираемся. Опа, ребята, еще поклевочка. Ну, это уже поменьше. Поменьше жерешочек. Ну вот, пошло дело. Пошло дело. Вот такой красавец. Эй, ты мой малышок. Вообще такой малышочек. Слушайте, ну как он вдарил, блин, с таким ударом. Ну, ребят, все вот это вот пака работает. Вот она, 10.5 грамм. Вообще отлично. Вот такой же решочек. Красавец. Давай, братан, иди, спасибо. Пошло. Так, ребят, отлично, вообще отлично. Ну вот, 3 хвоста в зачете. Но перекрутилось, что ли? А, походу перекрутилась блесна. Ага, все. Ну вот как-то вот он появился. Нет-нет, видно, всплески есть. Берет. Ребята, он тоже напротив меня встали. Они стояли вон там выше.
увидели, что я рыбку поймал. Раз, сразу сюда, ко мне тоже. Конкуренты, короче. Опа. Ветер, конечно, капец, блин. Да, ветрило раздувает. Есть еще один, ребят, на мелкий. И перед этим был еще сход. Ну вот, мелкий подошел. Опа. Эх, тихо, дружбан. Вот такой вот, ребят. Что-то там кто-то мне звонит, наверное. Домой меня сейчас будут требовать. Опа. О, ребят, все тоже пака. Все та же пака работает. Вот такой вот небольшой, но все равно приятный. Спасибо, братан. О, ребятки, вот это рыбалочка. Блин, подзагорело так, несмотря на то, что на улице прохладненько, но солнышко. Ну что, все, закончила рыбалочку. Уф. Подустал я, конечно, ребят. Я встал в час. Пока приехал сюда, 3:30, даже раньше. На воде я был там к 4. По темному нифига, поклевок не было. На рассвете взял жерех, сошел, и все. Потом стих перекат вообще. И вот только... следом там через какое-то время у меня был удар, сход. Потом я взял жерешка, и все, и стихло. И вот вся движуха началась, наверное, 11:00. Опять же, какая там движуха, да? Так, что-то нет-нет, он появится, вроде подкинешь, он берет. Вот. Ну, что по итогу, ребят, 4 жереха, да, 2 под кило. Наверное, где-то такие. Ну, а 2, ну, что там маленькие, там, 300, 400, может, 500 грамм. Вот, помимо этого, считай сколько, 2 схода, даже 3 схода, был один тоже, и подержал, сошел. Ну, и там ударчика было 3-4. То есть, если бы вот так вот всю рыбу я взял, то есть, это было бы там... голов 5 или 6, да, вообще было бы идеально. Вот, ну там окуня забагрил, ну может он промахнулся, ну не суть, короче, забагрил. Ну в целом, ребят, рыбалкой доволен. Самое главное, я ушел от болта, 4 хвоста, ну окунь можно считать 5-м хвостом. Вот, то что перепад погоды, конечно, слом вот этот ветер, волна. Вчера вообще ужас, что происходило, то есть ребята здесь были, мне вчера там докладывали, говорили, вообще невозможно было стоять. Сегодня, в принципе, более-менее. Хорошая была, в принципе, погода, солнышко так, и ночью довольно-таки, ну, было тепло, хотя я сегодня оделся вообще, я вон весь мокрый, решил подстраховаться так одеться. Вот, так что так, ребят, водичка чуть подупала, она стала чище. Вот, не знаю, это спад погоды или еще что-то, но вот как-то вот жереха как будто немного. Возможно, ребята, что вот те выходные, здесь был крупный жерех, то есть у меня было 2 крупных жереха. В этот раз всплесков крупных я не видел, не знаю. То ли он не вышел, то ли он уже отсюда смещается на более глубокие места. Вот, так что вот так. Следующая рыбалка, ребят, я еду, Кимры, или как-то так называется, забыл. То есть верхняя Волга, где Волга, где как бы соединяется Кимры, или что это такое. Ну, в общем, ребят, следующая рыбалка будет там проходить на верхней Волге. То есть там ребята меня позвали, сняли домик, и как бы говорят, Эл, приезжай, как бы... Ничего не надо, просто приезжай, побудь с нами, порыбачь. Миха там взял новую лодку, новый мотор. Короче, поеду на денек, ну и посмотрим, как рыбалка будет на Волге. Ну, конечно, это будет джиговая рыбалка. В принципе, все есть, все готов. Так что так, ребят, следующая рыбалка будет проходить на другом водоеме. Ну, а на сегодня все. Ребят, какая рыбалка получилась, такая получилась. Результатом доволен. Надеюсь, вам зашла рыбалочка. Так что всем спасибо, всем, кто смотрел, всех обнял. До новых встреч. Пока-пока.